И всем привет, и с вами я, Ашо. И сегодня я вам расскажу, как стать популярным. Да, и мне очень не нравится то, что там висят наши данные. У меня появилась идея. Надеюсь, за плагиат не посчитают. Итак, нам нужна видеокамера. Господи, какой тут бардак. Зачем мне этот парик? Так, где тут моя видеокамера? Так. Куда? Господи, сколько тут бардака. Кажется, его тут нет. Миллион есть. Так, А вот же ты. Я тебя ношу. Господи, божечки, это же ведь не профессионально. Как я в этом бардаке буду снимать? Где-то тут будет нормально так камера. Что тут не хватает? Точно, профессиональный свет. Так, это посох, ладно, неважно. О, господи, да и так сойдет. Ну, работай. Дориме, интеримо аджапаре дориме. Ну и ладно, я тогда буду снимать без тебя. Всем привет, с вами я, Ашот 007, и сегодня я вам покажу, что в сумке моей девушки. И вот наша сумочка. И я покажу, что у них хранится. Первое, это вот такое вот зеркальце. Дальше касса. Непонятная хрень. Расческа. Автомат, не знаю, зачем он ей нужен, но не важно. А вот и моя девушка. Ай, ты что сделаешь? Ты что делаешь? Нахал! Ну ты что делать? Ты что делать, а? Итак, теперь самое сложное – это редактирование. Это самое сложное, что мне только предстояло делать. Ну или предстояло, да, без разницы. Ну что ж, ты готов? Я готов. Готово. Surprise, motherfucker! Шедевр! Это шедевр.